Джейк, твой отец хотел, чтобы ты стал пилотом. В отличие от него, я не герой. Кайдзю, по-любому вернуться. И я не собираюсь ждать, пока кто-нибудь спасет мою шкуру. Кадеты, время на обучение вышло. Вот так выглядит конец света. Как они проникли на Землю? Скорее всего, порталом открыли. Люди из нашего мира. Ты его знаешь? Впервые вижу. Вперед, за дело! Это последний шанс. Нам нужно больше пилотов. Они у нас есть. Кадеты, героями не рождаются. Легендарные пилоты когда-то были простыми людьми, как и мы. Пришло наше время вершить историю. Вы меня слышите? Вам все ясно? Сейчас и узнаем. Идите, детки! День обещает быть долгим. Что нам делать? А у нас есть выбор! Тихоокеанский рубеж 2.